Всем привет, дорогие друзья мои и подруги, с вами, как всегда, Алекс. И сегодня пришло время Маргота, наверное, и Старукова, поэтому пойдем вот туда, вот, да, здесь уже, как бы, я не знаю, мы все испробовали, оружие, которое нашли. Последнее видео было по оружию, это ледяная игла, если не смотрел, посмотри, довольно неплохое оружие, которое я нашел, в принципе, довольно неплохая рапира. Также щиты здесь есть, я не знаю, если тебе интересно, то самый интересный щит, это щит с витым рогом плюс один. Накапливает кровотечение. Все остальные пока, ну, такое себе дело. И медузий щит еще более-менее нормальный, поэтому погнали к нашему Марготу и к Старукому тоже зайдем. Итак, что хотелось еще, кстати? Хотелось еще крыс протестировать. Я думаю, сейчас мы их протестируем. Однозначно. Забыл про крыс. Маргот, подожди, дай мне крыс вызвать. А не, смотри, здесь появились. Крысы здесь появились, офигеть. Смотри, как бьют его, а. Но против черного клинка я не думаю, что ему удастся справиться. Смотрите, 300. 800. Ну и 1315 и так дальше. Было бы так дальше, да. Сумка с талисманами он нам дает. Это мы уже знаем, значит, это отлично. Значит, мы можем выставить еще один талисман. Да, я думаю, печать Радагана от боли значительно повышает характеристики и увеличит получаемый урон. Либо талисман-топор усиливает мощные атаки. Либо увеличивает силу атаки при низком здоровье. То есть, ну, выбор здесь действительно большой. Я думаю, поставим так. Посидим у огонька и пойдем к следующему сразу боссу. К Старукому, думаю, надо сходить. Вы как думаете? Я думаю, однозначно. Fair enough. You certainly. Well, if you might, of course. The gates! Open the gates! Я думаю, мы пойдем через главные ворота. Зачем нам оббегать? Итак, вот здесь вот наш Годрик Старукий, значит, сидит. Вот здесь он сидит, значит, забрал я, усилил духа, усилил крысок своих любимых. Они появляются, в принципе, возле босса, что меня очень сильно удивило. Здесь можно поставить еще что-то, забрал красный плащ, естественно, этот. Ну, теперь можно идти, в принципе, Годрику Старукому. Сейчас я крысок доставлю. Пробежал я здесь все очень быстро, так как уже знаю. My
mighty dragon. Thou'rt a true-born heir. Lend me thy strength, O kindred. Deliver me unto greater heights. Well. Голден, короче, да? Тут мне говорили, кого-то призывать можно. Где крысы появились, кстати, в этот раз, я не знаю. Ой, не. Эй, не трогай меня. А где крысы мои? Не знаю, где мои крыски делись. Кого здесь призвать можно? Мне в прошлый раз говорили, как кого-то призвать можно. Ну, я не вижу, кого призвать здесь можно, но крысы где-то есть. Что-то он медленно ходит, я не знаю, как-то. А, вот они выбежали, ёлки-палки. Они в мусорке сидели. Ха-ха. Мои... Блин, я магию забыл пополнить. Да, вот так больно, значит, я тебе сделал. Черный нож must-have, как по мне. Да, теперь у него будет вторая стадия, значит. Вторая стадия — это хорошо. Ой, он там моих крыс уничтожает, значит. Смотри, как они его кусают, а, прикольно. Их трое, он ничего не может сделать, в принципе, да? Я могу его только додамажить вот так вот. Ну, здесь что-то не получилось. Да-да-да, ты супер, супер лорд, я бы сказал бы. Значит, ну, с черным ножом это, я не знаю, это изи просто. Просто изи, а крысы сидели где-то тут в мусорке. Офигеть. Где же они? Они здесь где-то появились. Так, великая руна Годрика, воспоминания о старуком. Это все мы сделаем, это все мы знаем. Сейчас руну пойдем активируем. Два босса эти, конечно, на изи. Здесь никого нету, да? Здесь кого-то можно было призывать, я точно не знаю. Я не первый раз, в принципе, никого не призывал. Не второй раз никого не призывал. Я не понимаю. Ну, может, и надо было призывать, конечно, кого-то, но я никого не призывал, если честно. Я вот посидел, отдохнул, да, и здесь доходяга появляется. Слизняк Годрик и все такое, да. Ну все, бывай, значит. Я уже забыл, что я тут получаю, конечно. На троне. Годрика, значит. Вот он я, значит. Ребята, с вами был, как всегда, Алекс. Вот вы увидели, значит, да, своими глазами... На что способен черный нож. А вот такой вот черный нож. Значит, и красный капюшон. Кстати, дрался я фактически со всеми без брони, значит. Пару спецприемов, пару ударов и просто изи. Просто изи. Пока-пока. Увидимся уже совсем скоро.